самое важное сегодня я донесла до членов трудового коллектива, членов профсоюза, что система социального партнерства, которая стала доступна для крымчан, для нас, как для профсоюзов, только после 2014 года, она, конечно, позволяет вести социальный диалог с работодателями всех уровней, то есть с нашими социальными партнерами на всех уровнях социального партнерства, на республиканском уровне, на отраслевом уровне, на локальном уровне, прямо непосредственно в трудовых коллективах. И именно эта система позволяет вот так за столом переговоров обсуждать те важные вопросы, касающиеся трудовых прав работающих, касающихся безопасных условий труда, касающихся выплаты достойной заработной платы и достойных рабочих мест.